вторая пара отыграла, где черный снег в упорной концовке, проигрывая по ходу игры там порядка 10 очков, смог все-таки вырвать. А интервью мы берем у Алексея Чижова. Здравствуйте, Алексей. Что, проиграли сегодня? Чего не хватило? Всю игру вырывались вперед. Ну, прежде всего, характера не хватило. Немножко мы расслабились. Третью четверть выиграли. Была наша игра, бежали. Было очень много разменов, большой и маленький, что нам помогало очень сильно. И четвертую четверть расслабились, и результаты, видите, на табло. Вот. Не было у нас защиты жесткой, потому что последнюю четверть у нас не было ни одного фола. То есть в защите мы не играли. Ага. Вот. Ну, в курсе, как прошлую игру команда отыграла? Да, в курсе. Следил за новостями в интернете. Вот. Порадовался, конечно. Немножко не хватило. Да, не хватило буквально 10 сантиметров. У кого день рождения-то был? У кого день рождения был? Да. Значит, боюсь, не знаю. Может, подскажете? Ну, у Виталика сказали вроде день рождения, нет? Не, у Виталика в мае. Так что это информация. Понятно. Слушай, за кого прошлый сезон-то отыграл? Тоже за Атлант. За МБЛ? Да. Это вы вроде с Атлантом по контракту играл? Нет, я предыдущий был, а последний был в Атланте. В этом году еще слышно? А пока дела. Ясно. Какие прогнозы по подписанию будут? Многие же игроки могут свалить. Ну да. Потому что там все в начале августа на сборы уезжают. У тебя как с этим дела? Ну, вы знаете, тяжело. Что-то как-то... Нету клуба, нету тренера. Никак не могу поймать свою игру. Так что пока... Пока в Москве. Думал, да. Ясно. Что, побеждать планируете? Пора уже. Планируем, вот подготавливаемся к сезону, немножко, видите, новые игроки. Да. Надеюсь, в сезоне подойдем к 100%. Нет, ладно, давай, удачи.